Дорогие друзья, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, здесь, на Священно-Волгоградской земле, я поздравляю вас с праздником. С праздником Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Здесь земля полита кровью наших солдат и офицеров. Именно Сталинградская битва положила начало Великой Победе. Именно здесь был сломан хребет фашистской гадине, оккупантам, которые пришли с огнем и мечом на нашу землю. За моей спиной Родина-мать, у нее в руках меч. Это меч победы. Это напоминание всем нам о великом подвиге нашего советского народа. Спасибо вам за нашу победу. С праздником, дорогие товарищи!